Всем привет, дорогие друзья, вы смотрите видео на канале Gameplay, а с вами я, Юрий Аксенов. Flippin' Knife – одна из немногих игр, которая смогла задержаться у меня на телефоне на такое длительное время. Начиная с ее выхода в августе, и по сей день я регулярно захожу в нее, и когда мне скучно, метаю ножи. За это время игра была доработана, в нее было добавлено очень много новых ножей, были дорисованы некоторые элементы локаций, а также появились ежедневные сундуки, позволяющие вам получать больше монет для покупки новых ножей. На днях вышло очередное обновление, которое привнесло в игру целых 12 новых ножей, стилизованных под различные страны мира. Но перед тем, как посмотреть на все из них, я вкратце напомню, о чем эта игра. Flippin' Knife – это увлекательная казуальная аркада, в которой ваша задача метать ножи в 4 различных игровых режимах. В режиме пень вам необходимо подбрасывать нож вверх, чтобы он сделал как можно больше вращений и воткнулся обратно. Режим дом представляет из себя что-то типа платформера, где вам необходимо перебрасывать нож с полки на полку и таким образом продвигаться по дому и собирать там монетки. В режиме лес вам предстоит отправиться в погоню за дроном, а для этого вам предстоит метать нож между двух деревьев и тем самым забираться все выше и выше. И последний режим тир представляет из себя движущуюся мишень, в которую вам и нужно попасть. Ну а теперь, собственно, о последнем обновлении. Оно, как я уже и сказал, включает в себя 12 новых ножей, стилизованных под различные страны мира. Причем они отличаются не только внешним видом, габаритами и физикой, но и звуковыми эффектами. А конкретно в случае, если вы осуществите успешные броски, то услышите музыкальное сопровождение. Например, если выбран российский нож, вы услышите «Калинку-малинку». В общем, разработчики продолжают радовать своими обновлениями, но мне бы хотелось видеть в игре не только новые ножи, но и, например, какие-нибудь новые режимы или челленджи. А на этом пока все. Благодарю всех за внимание, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и до новых встреч!